Вот, погнали. Никого нельзя призвать, печалька. Еще пытаешься быть героем? Слишком поздно, увы. Надо было слушать, когда был шанс. Случилось с Вёрджилом и Маршалом, а потом все пошло кувырком. Они взяли шерифа и остальных. Плохи дела. Надо что-то делать. Ворота заперты, ключ у одного из них. Скорей! Неси ключ! Печально, ведь все напрасно. О нет, 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 нет. Давай, давай. Зажми рану. Ну уже, Вирджил, ну, ну. Что она делает? Берет. Уничтожает. Найди ее. И убей. Пусть ответит за все.
Когда все закончится, нас всех ждет блаженство. Который ты не в силах вообразить. Придется эту няшку убить, что ли? Или она не няшка вовсе? Напишите в комментах. О, благодать спасен тобой. Я тебе пройти по пути. Но теперь он понял, в чем смысл. Сперва и он придет к нам в Эдем. А попробуешь помешать? Твой шериф был стеной. Стеной, отделявшей тебя от отца. Мешавший увидеть истину. Я сокрушу эту стену. Твой шериф уже близок к тому, чтобы впустить в свое сердце слово отца. И тогда... Пути назад уже не будет. Вот я здесь, а вот меня нет. Ты пуст. Грешник. Погибнет. Ты не сможешь уничтожить то, что он сотворил. Он могущественнее, чем ты думаешь. Уничтожить то, что он сотворил.
все еще не понимаешь? Ты даже не знаешь, что делаешь, да? Иосиф верит, что он спасет нас. Но только ты решаешь, что будет дальше. Ты начало, и ты конец. Все должно было случиться так. Ты пройдешь путь. Ты спасешь шерифа. Ты станешь героем. А потом выберешь. И если не послушаешь его, он был прав. Как в самый первый день. Долго я не продержусь, салага. Блажь. Ни хрена себе у него глаза. Спаси людей. Нужно торопиться. Благодать спасет тобой. Я из пучины бед был мертв и чудом спасен. Ну как бы можно просунуть пушку вот в это огромное отверстие и прострелить веревку, если чё. Нужно торопиться, друг. У нас нет времени. Уничтожь, Влад! Уничтожь! К сожалению, этого не предусмотрели. Сюда, салага, скорее!
Перегрузка клапана. Внимание! Перегрузка клапана. Да, огонь просто попал. Еще эти добили, пидоры. Когда попал, еще стрелять не мог. Пидоры. Опасная перегрузка. Всем немедленно эвакуируйтесь.
О, у нас впервые вроде такая заставка. Или это та тюрьма есть? Ну и видок. Да, красивее не становлюсь. Тебе помочь выбраться? Нет уж, справлюсь. Я думала, нам конец. Мы обязаны тебе жизнью. Спасибо, салага. Эй, не поможешь мне? Мне пора. В какой-то момент мне стало казаться, что надежды больше нет, и я опустил руки. Но ты помог мне. Погибли люди, много людей, но все те, кто остался, живы благодаря тебе. И я очень тобой горжусь. Теперь тебе нужно найти Иосифа Сида и отправить его под суд или пристрелить. Боже. Это приказ, помощник. Помощник, а что-то не повысили до сих пор после всего произошедшего. Еще одна печать сломана. Моя семья, мои братья, сестра, их забрали у меня. Змей, притаившийся в саду. Прикольно. Я думал, что знаю планы Бога. Я ошибался. Я был слеп. Но сейчас я вижу. Ты забрал мою семью, и я заберу твою. Мы примем их в наши объятия. Так же, как примем тебя. Мы будем ждать тебя там, где все началось. Так, а это где? Слушай, если рядом есть магазин, загляни. Там появились новые интересные игрушки. А вот здесь. Сейчас загляну, загружу пока этот видос, тьфу-ты. Всем спасибо, пишите в комменты, что думаете, няшка как-то неоднозначно умерла, она так в реку, типа, потом непонятно, там дымок какой-то, все, умерла она или еще какая-нибудь, не знаю, жива там, может. Хотя вряд ли будут продолжение делать именно вот этой сюжетки. Ладно, всем ставьте лайк, если не подписаны, подписывайтесь. Спасибо.